Поставь рыбу. Ну, если что, можешь на друг друга тыкать, когда сломано. Короче, этот самый Ауга, ну, спекнись тогда потанчи вместо этого, кто он, кот бегемота, пускай он туда в сейф попрыгает. А на королях он уже в мишку прыгнет, а там дальше глянем. Ой, это мне на боссе или на трэше? Ну, холидринг, холидринг. А там смотри, со споком порешай, кто с вас на трэш. Ну какой-то пал, наверное, ну, пускай на трэш. Это кулак. Я на трэш лучше пойду. Я босса отличу, наверное. Короче, оставайся, ну, на боссе холидринг, я трэш буду танчить. Это у нас метки на танках. Типа, дайте, да? Кулак по ДК, пожалуйста. Так, ладно. Порядок не назначал танков? Не-не, не назначал. Нет. Сами раскидайтесь, нет? Кубы. Кто будет нажимать? Короче, кубы. Я. Дальше Килия. Так, я на звезде буду. Килия, будешь на печеньке. Плюс они. Если понял. Значит, на ромбике Хела. Дальше. Два мага еще. Значит, трусы. Блять. Это как вообще читается должно, нахуй? Эй, я, бебе. Эй, я просто говори. Изи. Эй, я. Да, и папулик, ты у нас будешь на луне. Так, хорошо. Значит, дальше. Ну, левые порталы эти бомжи просто заливаются, если я правильно помню. Так, гитаристы. Спок, ты как держать привык? Да без разницы вообще. Ну смотри, просто я хочу их просто на тебя всех повесить и потом лифануть нахуй. Так у нас же 4 танка. Ну да, там 3 на боссе, и ты на этих. 3 на боссе? Почему 3? Ну я в 3 всегда хожу. Типа вот там же 2 на боссе, один получил дебаф, второй танчик. Второй дебаф получил. Не, если, танчик. Если 2 танка так умеют делать, пускай. Ну, типа, я в 3 всегда хожу и все. Я просто. Кто у нас танки получается? Что все? Что все, 2 пала и Ауга. Угу. Ну все, да, ну, вот у нас 3 танка. Варчику будет удобно. Типа он чаржится. И не знаю, ДК, чтоб не сорвали. А мы тогда в 2 пала поддержим по 2 гитариста. Ну просто 4 я, наверное, не выдержу, меня, наверное, сдует. Давай, думаешь. Ну а да? Я одного грипну там к боссу. Ну, грипать на самом деле вот мне не очень нравится, потому что там он волну кидает, и просто все милики лежат. Ну, в восторге. Грипают и фиряют паладины. Ага. Первого типа я могу фернуть, второго, например, Holy Drink, а остальных двоих мы поддержим. И все, зальют их РДД, пошел рекорд. Ну давайте так сделаем, и значит по гитаристам у нас будут играть РДД, милики. Только если знаете, тогда можете подходить бить. Если не знаете, не лезьте, от волны откисните нахуй надо. Да, значит, из правого портала бесы, никто их не бьет, пока их спок всех не соберет. Потом мы будем их лифовать ауешками всякими разными. И нам нужны будут гневы небес от паладинов. Ну, я первый, давай. Да, соответственно, так, первым у нас будет спок тогда, который сдаст. Дальше у нас будет... то... хэпалы будут у нас. Буряу следующее, это после своего мужа. Ну и Фарла страхуешь. Да, скорее всего, они уже сдохнут, поэтому... поэтому да. Вот. Ауга там может, да, и хуйню, я понял. Ну и как бы все, вроде бы. Вроде бы как бы. Рчено. Кто с кого снимает? И порядок танков. Да, порядок. На боссе. Ну ёпта, вы сами-то договориться не можете, холидринг первый.
кто танки вообще? Ауга, я. Холидринг, Ауга, флегматизм. Это и что, все, да? И все, то есть вы с Аугой просто меняетесь. В смысле, три танка на боссе? Ну, а с вас там дебаф не успеет спасть, если у вас два будет танка? Ну, если два, нет, он 30 секунд висит. А, ну тогда хуйня идея, надо этого третьего танка еще. Сейчас четыре танка. Четыре танка. Первый, давай я танчу, потом с меня шоу все забирает, и третий Ауга. Не, ну это, третий как раз может пойти там помочь с трэшем, кто не танчит. Ну пускай, пускай я трэшу на боссе, и я на трэше буду. Хорошо, а, давай, типа, я на трэше буду валить Соленова. Просто я первого ферну, второго фернет Буряу, а третьего Фарла. И все, а четвертого там заливаю. Да, я там раскидаю еще. Да. Так. Ну а танки чё? Ну, Холидринг, ты тогда первый, второй будет Ауга. Ну и дальше по остаточному принципу, и так меняетесь. Эти тогда шел все. Угу. Так. Тут что, исцеление тьмой вроде надо кикать? Да. Ну тут, ребят, блядь, все по таргету выберите и кикайте его. Мы тут сейчас переедем нахуй трэш. Ага, давайте, блядь. А, назначенные на кубы люди, тритесь рядом со своими платформами. Не забываем про печать Мактаритона. В смысле, не тритесь? Наоборот, тритесь. Чтобы их залило. Ну, в смысле, неподалеку, не на платформе, естественно, неподалеку. Чтобы ну, так пришлось... там ты видел уже размером какая. Не пришлось, чтобы, блядь, перебегать через всю арену, я это имел в виду. Ой. Хватит герус, блядь. Уже вышли, милики. Часть какая-то здесь стоит. Так, готовимся, сейчас скоро нажимать надо будет. Далеко там встаньте себе. Что?
Нажимаем. Так, что там у нас? Демоны. В демонов все играют. Слева. Выходят уроды. Танк, собирай их всех. Просто по очереди. Все таргет нам бьем, а у Ени льем, бьем в цель метки. А что у нас босс ходит? Так надо. Понял. Кливает там там. Следующий череп бьем. Без метки бьем демона. Все, оставь его, ну там. Кот бегемот, не бег демо. Так, скоро вспышка с перной будет. Кубики. Готовимся потом. Нажимаем на кубики. Дайте фулбах, пожалуйста, по кресту, там каски, там МП5, там что еще можно. Так, у нас снова там демоны, в общем, выходят. Так что начинаем их сливать. Дал по нему там метку череп. Ай, ШП, роги, коты могут не свечиться по этим таргетам. Остальные все свечиваются. Череп. Забери, ой, забери, декада. Так, кады там. Короче, череп. Че, сейчас танки глядут? Да там просто, блять. Без метки убиваем. Урода. Так, 10 секунд до вспышки скверна. В общем-то. Меточки приготовились. Вторая фаза. По ротам сидим. Т4 сдать. Че, на бок упал? Ломаем ухуй. Сейчас главное в луже не стойте там. Ну и танки, чтоб не ложились. Поднимите ДК. Так, шо все поднимает Зевантис. По ДКшкам баф паладины в первую очередь. Ну вообще все. На розовые особенно. Дайте геру шамана, если у кого есть, просто падал. Thank you.
реагировать и было перегнать меня. Черт. О, медальон. Честно. Неплохо. Давайте королю пиздечим. Ребят, кому нужен квест, делайте квест. Берем кровь. Магика. Так, а после магика какой квест будет? На груль. Грул. На груля. Отлично. Значит, нас суммонить надо будет. Некоторых. Это опять пиздовать? Да. Дайте порт. Поставь порт до варан. Упулик. До дрема. Так. А есть кто-то, кто быстро до Каражана может добраться? Это же ДЦ-шная триня, да, по-моему? Хорошая очень. А мы так говорим, у Вара же есть вроде как этот, урна. Типа можно и на следующем КД. Так а чё, какая разница, там все равно какие-то баджики дают, что-то еще дают. Ну, неделя раньше. 30 баджи за квест. Да, там много насыпают. Монетки еще. Ну сейчас же кто-то пойдет сдавать, я правильно понимаю? Да. Суманете каражан? Уже пошли. Что из-за слаков этих мелких бесов-то не было, да? Нет. Нам повезло очень сильно. Вот там два раза были демоны. В смысле мелких бесов правых. Самый легкий портал за 10 секунд заливается и все. Да. Вообще кайф. Еще можно покрутить ДПС. Да. В принципе, там ничего сложного во всех трех порталах. Ну, да. На гитаристах можно обосраться, еще сдохнуть. Я помню на X2 освоение, блядь. Магика Гер. Пизда ебаная. Это было больно. Это Мордаунд, это, я не знаю, холидринка не было, я ему на распыл кидал. Если у тебя распыл есть, распыли, ну или продай, хуй знает. Или кому-то дай, кто распыляет. Блин, я не помню. Я распью тогда. Ага. Там на королях нужно на Олма ставить ДКшку или на этого, на слепоглаза? На Олма. На Олма. Мустаки надо скидывать. Значит, шо все будет у нас на Олме? Холидринг, допустим, будет на ком? На слепом, что ли? Нет. Почему? Ну, выгоднее про товара поставить. Ну, давай про товара. Будет кикать ему. А, ну давай, мы тогда Аугу поставим туда, Андрея. Кто там еще есть, ебать? Киглер. Вот на Киглера с королем мы хотели Мишку поставить, чтобы он двоих держал. Чтоб Киглер, он Мишку в овцу не превратит. Ну да. Ага, ну давайте. Кот Бегемот тогда. Киглер король. Надеюсь, тебя они не отпинают. Не отпинают. Не отпинают, говорят. И кто там еще один остался там? Ну я на кроше. Да, точно крош. Холидинг тогда на кроше будет, действительно. Ну и все. Ты только когда крош будет активен, тоже Коснояс на него кидай. Да. Там Коснояс. Кого бить-то можно? Того, кого у кого можно? Агро. Того, у кого агро набрано на вомане. А, Милик спросил или Рэйч. Да, да, АДКшка. АДКшник вообще никого не забить уже. Миликом здесь никого не забить, кроме собаки и Олма, когда он откроется. АДКшкам нельзя собаку бить. Чё? Собаки регейнится от магического рейнджа. Только когда активные Олм. Ну, мы их не сливаем, лог же дает этот костный защит. Я вам так скажу, Миликом можно Киглера бить.
Если умеют, конечно. Киглера они тоже кто должны. Кто просил собор в караган? Гримзола присмоньте. Не стал. Тыкайте. Вы не стойте просто, блядь, я один сумоню, блядь. Сумоньте тоже. Вот дело повеселее пойдет. Не, каражану присмоньте меня, не в грул. Сумоним каражан тебе. А, я в грул сумоню. Можно пока три моба разъебать, пока они там у каражана. Конечно. А хилы и есть? Или вы все уже сдали? Хилы есть у нас здесь. Три. Давайте хила вперед. Так, ребята, череп убиваем. Убиваем череп, косты кикаем. Ярик, это убежал уже, что ли? Зевантис. Да. Понял. Просто суманули, а что-то не суманится никто. Я кликнул, улетел. Я понял. Бля, два мага в рейде с ними. Снимайте обновление. Второго жреца убиваем. Блять, там же что-то декурсить еще надо, да? Так, когда ол активен, надо декурсить. Два мага и две совы, это, блять, овердохуя. Чтоб все продекурсить. Там олм, да, накидывает какую-то хуету? Типа, да, олм, когда активен, да. Ага, тогда давайте, да. Мы заебем людей. Двух сов. Да, у нас двух сов. Ай! Так, сейчас мы сделаем тогда... Прикольно. Каких двух сов? У вас одна сова будет. Короче, Зевандис вторую группу изголишь. Ну, блядь, Зевандис там еще в касты. Какая разница? Зевандис, да. Эйф. Ты будешь тогда декурсить. Зачем по группам распределять? Пусть все декурсит, да и все. Так удобнее. Приоритеты накидываю вам. Как бы не обязательно. Если видите, что вы ваша группа уже не нуждается в декурсе, а другая еще да. Ну, как бы... Шкафчик так где засунуть. Называется, в случае чего будет с кого спросить. Ну, на всякий может, случай. Да. Короче, Зеванди вторая группа, первая группа Эйв. Ну, лучше без всякого просто пройдите. Группа третья Папулик. А, четвертая Сова Войд. Пятая, ну, пятая на магах и на Войде пускай висит. Типа от них там декурс, от них дэмэдж там не нужен. Пусть просто декурс. Паладин и рыбав, ну, ты там каску, кулак. Так, значит, по танкам я распределил. Ну, все, все бусты на лом бережем, как бы. Че за наебка с пиром? Я на олме не танчил там. На скольких стаках? На какой секунде? Кто-нибудь знает? Помнит? С третьей на вторую секунду происходит обновление стака. На пятой секунде, когда тебе 5 секунд остается, нажимаешь антимагический панцирь, и он стопрудово с тебя скинется, этот стак. На пятой секунде? Да, на пятой. А сколько стаков можно? Без разницы, просто хоть сколько, хоть на первом стаке сдашь, скинешь, и дальше ПКД антимагический панцирь. Главное, смотри, где? Чтобы руны у тебя были под пятую секунду, чтобы сила рун была. Там не надо стаки никакие считать, просто даешь, скидываешь и все, даешь, скидываешь и ПКД. У панциря КД 45.
Я бегу квест давать, если что. Так, стоять. У нас есть... И где кто кого держит? Будешь стоять? Чем? У нас есть Наота. Закиньте в рейд к хилам. А чё у нас, типа... Типа без аршана такой. Алло, меня слышно? Слышно. Да-да. Я бегу сдавать квест. Да. Пару минут. Уже 25 в инсте, как бы. Ну, я попросил присумонить, меня не присумонили. Если бы я знал, я три раза сумонили. Мы сумонили 4 раза. Не мы не можем засумонить. Ну, а что тогда хотел? 25 человек. А еще даже 25 человек. Ну, может, просто релогнуться надо. Так, в рейде уже 25 человек. У нас 25 человек сейчас пристали с 6-й группой засумонили в инст. Все понятно. Сейчас он вылетит с инста. Он, видать, не в дисе. Да нет, он здесь. Для чего? Дайте пати и пускай дадут порт в дал. Не, во-первых, кто его кикнул? Я кикнул. Зачем? Ну, чтобы вылетел. Я думал, нафига. Ну, типа, что мы сейчас будем 24 человека сидеть ждать? Че, угораете, что ли? Че ждать? Дайте порт в Даларан. Че ждать, Кремзов? Это, блядь, сумонь, да и все. Ну, я думал, если он в DC, он бы услышал, что он лишний в рейде. Что сидит, молчит. Дали порт. Давай-ва. Гримзол, ты принимаешь пати? Мне 30 секунд осталось добежать. Сейчас, секундочку. Ой, блядь. Ну, этого всего не было, если бы ты меня присумонил. И проконтролировал, ну, пришел сумон или нет. А, нихуя себе. Ну, что я еще должен был сделать? Со всеми бы сбегал. Почему все бежали, ты не бежал, ты бы сказал, что ты не будешь меня сумонить, что беги сам. В чем проблема? Так тебя сумонили. Так не было сумон. Да тут челик просто зашел. Блять, какой же ты просто пиздец. Я хуй знает, о чем вы вообще спорите. Челик зашел в инст, его суманули с 8-й пати просто. Да, Слав, ты вообще не понял, о чем речь. Ну ладно, хуй. Ой, блядь. Блядь, каждый рейд с тобой это какое-то приключение. Это правда. Ты, блядь, ливню, что на кого-то наедешь, что куда-то решишь побежать к рожан, квест сдать, блядь. Да и потом еще говоришь, что кто-то что-то проконтролировать должен был. Отношения, ребят. Ну, серьезно. Я вообще согласен, да. Что-то вы попутали, по-моему, парни. Хера мы не попутали. Попутали, блядь. Да, давайте после РТ, не во время РТ, пожалуйста, это все. А, ну ладно. Давайте после. Пусть говорят, что хотят. Считают нужным, потом высказывают свое мнение. Угу. Чапл. Никто никого не пьет. Ждем, пока кто-то откроется. Мишку повнимательнее держите, он там двоих будет держать. Я за него переживаю. Ему Геру... ничего не будет. Геру играем, по-моему. Аксиом ДПС вол. Лог закинь любую собаку в бан. Слепо мы играем. Великие. Ничего не делают. А давно он перестал ваншотить от жертвоприношения? Если под красноязом не ваншотит.
Возможно, это по-другому играется, но... Не надо кидать. Еще вроде. На X2, короче, если он докастует, то он тут ваншот прилетает. Но он не успевает докастовать из-за косноязва. Да, там меняется этот фрейм, и он как бы уже не может что сделать. Это если он out of frame. Это фича такая, нифига прикольная. И прям изи получается. На киглеру играем. Где он там? Ну это не фича, это так закрывается сейчас. Иначе ну, не закрываешь. Типа это так не должно заработать. Ну, не знаю, сколько там ДПС надо, мы сейчас под Герой, блин, фул ДПС в него влили, не успели его убить. Поэтому это и сложно, и не сосчитался. Каст этот не кикается, что с ним делать? Продавить? Ну, блин, у нас тут достаточно овергирнутый рейд, и мы блядь. Не додавили. Без Т5 ты не задавишь это. Собак. Задавить. Да нет, шутите, без Т5 задавишь. А что собаки сами по себе делают? Ну, он собак взрывает, за что жертвоприношение. Все, я понял. Только... Без косноязов просто уводят собак далеко от Олма. Да, без хороших миликов, которые физухой он ли бьет, не убьешь. Блять, надо кучу фуриков, блять, каких-нибудь. Хорош, хорош. Милики, съешьте этих собак локовских. Что вам делать не хочется? Снаяс повесить на него. Да, сейчас. Придумайте, как ману резать пала. Об собаку или об что-то. Можно колму просто подойти и пиздить его по КТ. В принципе. Кот бегемот резни фарма. А, он же там, блять, извини, точно, ты значит Ярослав, а ты кто-то сдал без команды вроде бы. Ну да ладно. У вас. Угу. А мы его можем добить. Через бабу убила. Я вижу. Войд. БР, не фарма. Ни на что не намекаю, но посмотрите рейд чат. Да, это я к Зивандишу. А я чё? Ничего, на ману посмотри. У тебя Джейнер есть. А вот у хэпалов маны нет. Ничего, не молчат? Ну да. Есть живой чат. Скажите кому, да. Там у котика. Ну, блин. Они все же могут говорить. Ну, придется научиться. Ну да. Можете пока ману набивать, все равно пиздец нет. Чё у тебя там дата-тема Гримзол сколько? 20 сек ещё. Отдашь, скажешь мордаунту, чтобы он на ману читал? Больше маны вырезали. Клевая морда. Гимн на ману дай. Сдал. Все, отдыхай.
Думаю, следующий будет Крош. Ставлю на Кеглера. Кеглер. Сколько денег? Ладно, неважно, я выиграл. Бля, барана. Все, не будешь тебя больше бить. Будешь овечкой. Еще раз киллер будет. Павла, нажмите каску по себе. Угу. Продолжаем добивать его. По кому лучше, по Буряу или по Гримзолу, Сиван, не сюда? По Буряу дай. Ставлю, столько, что сейчас Крош будет активен. Че, Леха, понимаешь? Смотри, берешь, убираешь короля за стенку и Крош. Я тоже за это. Нет, у нас не получится ничего. Наезд. Минные бомбы, ребят, выносите его, как Папулик делает. Папулик молодец. Вот, морда тоже молодец. Бигдем, давай на ману. Мордаунт, давай на хп. Кстати, Гера есть. Не будем давать. Где оставим? Ну. Но... Все равно сейчас умирает Боу. Да, мы все равно что умрем. Давай Геру тогда. Согласен.
Сейчас не пульте и секунду, 30 секунд, сейчас 4 шмотки раскидаете и пробежим вместе. Наручи надо кому-то? Вообще на третий спех кому-то надо? Все, на распыл закинул сейчас печать. Где с почем ты? Полетел хочешь? Что-что? Плащ полить собрался? Ну да, я холидринку закинул. Спросите, а, если пусть, что у него плащ. Пусть, погоди, не полет. Все, побежали. Дожил, да, Давакин? Слава про Ирель, вот это вот, пожалуйста. Ну или там Спок. Танк есть, который затанчит груля? Выбирай любого. Соня, у тебя близко к мобам там лежу. Ну тут самое главное, что надо понимать, это что под ебалом на ошеломляющем ударе должно находиться 10 человек. Нужно знать, что адский удар он дает, когда сотку накапливают энергии. Либо если 10 человек не стоит, даже если 9 стоит, он ебанет ошеломляющим. 9, если словят его, то он сразу будет автоматом кастовать адский удар. Адский удар — это хуйня. Перед боссом 40 тысяч огня, а по рейду дотка тикает, адский удар, ее захиливать надо. Вот. Соответственно, под ебалом люди, которые стоят, они не успеют выбежать. Или подбежать не успеют на ошеломляющий. То есть это самое главное. Нужен танк, который может выдержать адский удар, этот ошеломляющий удар в одного, либо под зубами, либо под всеми сывами своими. ДКшник хорошо подходит. Вот. Ну и нужна первая, вторая пачка, то будет под ебалом стоять. И руки нужно закрывать. Ну, руки вы сами знаете, руки 3 штуки в рейде. Третья, четвертая пати обычно их закрывают. Вот, если биликов дохуя, кого в танк аспектом, сейчас побегают по закрывать. Сейчас посмотрим. Суманите. Кто из танков затанчит босса? Кот бегемота, Уга. Оставь медведя с ДКшкой. Здесь сразу. Ну уж хочет. Кот бегемот, ты затанчишь босса Груля? А шо все? Ни разу не танчил. Я понял. Типа, сейчас тактика, когда в Груля таскаешь вот в этой, в печке из стороны в сторону, и он сбрасывается, так и не работает? Ну, она всегда работает. А тогда, ну ладно. Просто зачем тогда 10 человек под лицом? Я же объяснял только что, если будет находиться на ошеломляющем ударе, если босс ударит перед ебалом, у него будет находиться одно тело, он сразу будет кастовать после этого адский удар. Просто сразу, моментально сотку накапливает и сразу адский. О, ну никогда просто, не первый раз вижу такое. Ну, посмотрим. Ну, типа по-другому никак? Ну, вообще, типа два танка стоят и терпят.
Ладно, тогда давайте вы пульните, как вы знаете, потому что я только это знаю. И если не получится, тогда уже я тогда расскажу. Не-не-не, я не залупаюсь, я удивлен просто. Прикольно. Ну, может, ты на X4 не убивал? Если ты про X4 говоришь, я не знаю. Ну, я тогда тоже не убивал. На X4 не убивал, так что не-не, давай по проверенным. Типа, есть тактика делать, я просто все. Я печку закрою, руки и все. Вот руки, значит, появляются со стороны входа. В звезде, в кружке. Руки появляются в ромбике на вот этой дощечке. Руки появляются в правой ноге босса. Вот здесь. Руки появляются сейчас дальше еще на той дощечке. Так, вот где луну поставил. Но там, когда прилетит шар огненный, и там будет лужа разлитая огня, они там два раза, говорят, появляются. Ну, могут появиться в луне. Вот. И когда уже огонь там разольется, уже там не будет рук. Ну и, соответственно, еще в центре может быть рука. Вот здесь где-то. Вот. Так. По итогу вы предлагаете мне танчить, да? Все танки отказались, что ли? Так, руки закрывать получается. Давай, что все? Кто там еще? Кто в танке остался у вас? Флегматик ты остался, да? Нет, я печку закрою. Справа, которая. Ну, пламя, которое. Руки ты имеешь, да? Ну, ладно, это я старые понятия. То есть правая сторона, которая гореть будет, типа вы же весь рейд стоит на левой, я один буду на правой закрывать руки и буду сваливать, когда будет лететь шарик. Я про это. Ну, короче, закроешь в луне, получается. Вон там появится рука. Ну, если не появится, ну, стоит. Да, да. Так, получается, ты и что, все, бегаете, закрывайте руки. Первая, вторая пати, вы стоите под ебалом. Кот, бегемот, у тебя сова только, да? Ты в стове, под ебалом все стояли, первая, вторая пати, кто? Да. Под ебалом стоять, это значит, надо находиться под ебалом босса. Сейчас я спекнусь. Чтобы делить ошеломляющий удар на 10 человек. Вот, сейчас я крестик поставлю, но там на той решетке будем с вами стоять. Все остальные, третья, четвертая пати, вы закрываете руки в этих метках. Ну, распределять вас не буду, но, например... А хули вас распределять? Там два танка бегают вон, так что вам остается третья рука, просто рандомная. Кто квадрат там закрывает? Не квадрат, а что там дальше? Где печка разливается? Кто там бегает? Там паладин. Там паладин, ну и два мага есть вон, Эя и папулик, которые могут, блин, кануться туда, если пал вдруг не добежит. Танки на заднем плане, да, закрывают? Да, на заднем плане. От квадрата до звезды и кружка. Вот налево здесь к ромбику бегут РДД. Так, милики, все первая, вторая пати, подходите сюда на решетку. Под ебалом это в кресте стоять, значит. Когда будете выбегать за спину, не вставайте в правую ногу босса, не вставайте в треугольник, не закрывайте руку, потому что если надо будет быстро вернуться под ебало, и вы получите дебаф хрупкости, вы будете замедлены, и под ебалом не окажется 10 человек, мы выпадемся. Все на пулы, все этот, два ханта, три ханта, там, два ханта и рок, все на пулы на воида. Поставил на себя квадратик. Ну, ДЦ знаешь, первую, вторую пати по КД считываешь и все. Внутри пала, я думаю, не уроните мишку. Где у тебя там код бегемот, не очень понял, я думаю, что ему делать. Да, ты в сове код бегемот дамажишь. Только ты стоишь вот тут в кресте, ты как милик считаешься. То есть ты, Рафаэль, вместе со всеми будешь подбегать под ебало боссу, делить клиф от ошеломляющего, если что. Да, да. Если вы, Спирит, если вы знаете, что вы успеете забежать под ошеломляющий 5-секундный каст под ебало, то бегайте, хоть в Долоран, блядь, телепортируйтесь. Но главное, чтобы вы были 10 под ебалом. Если не будет 10, вы увидите вайп и все. Да, на стойку скорость поедет, давай. Проверка. Сейчас подождите, активацию поставлю еще.
5, 4, 3, 2, 1. Луна. А чё? Чё? Я сейчас отпустил. Не-не-не. Просто это, кто-нибудь из РДДшек сейчас тоже на Луну среагирует или чё? Сколько две руки было? Ещё раз руки. Руки в Луне. Нельзя открывать, бабу. Это нормально. Все, больно сходить. На 4 миллиона. Печка. Бегите, голубцы, на левую сторону. А, чё, она такая короткая? Блять, подъебало, все встаньте, пожалуйста. Сейчас пристрелюсь. Да, 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 да. Ну да, я уже понял. Руки в ромбики закройте. Паладин умер. Танк. Флегматизм. Флегматизм. Интересно лицо. Получается, печка разливается даже не от шарика, что ли? Да. Просто типа обычно на шаре. Две руки. Нет массы. Нет массы крыт. Секунд до этой придания. Руки закройте слева. Закрой вместо меня. У меня еще фиг. Ясно. Короче, как это, типа прикольно, первый раз так вижу на этот. Раньше убивали, ну, по крайней мере, на X2. Вот видишь стаки неистого грула?
Если ты его будешь таскать по чуть-чуть, чтобы он делал пару шажков вправо-влево, ну, туда-сюда, то этой стаки они у него слетают, и он, ну, становится безобидный, короче, добрый. И под рожей стоят два танка, которые, ну, делят вот эту ошеломбэн. Накройте слева руки. Как ты? Ну вот, я просто не знаю, здесь, наверное, типа рановато, да, для такого? А, да? А. Не, ну если переработали, то тогда ладно. Конечно, сейчас детектор будет, блять. Да. И мало. Почему вчера не мог дропнуться, блять? Еще и маунт. Игдам, будешь тестить? Че, маунт по роллу или как? Говоришь? Будешь тестить детектор? А видишь, что написано? Там написано, ваше атакующее заклинание прямого действия. У меня нет заклинания прямого действия. Ну, блядь, там так работает, понял. Ой, это на демона, кстати, может быть очень хорошо. Артём, тебе это очень тяжело его нормально реализовать. Нужно как минимум. Его надо 3-4 человека. Да, да, я знаю, что там надо 15 для рыла. Ну, типа, чтобы сейчас было, чтобы потом, когда будет хорошо. Не, ну, блядь, за фул ГП я это говно брать не буду. Правильно. Так. А уже есть у кого-то вот этот детектор. Даже два, по-моему, есть детектора. В гильдии. Ну, в гильдии-то есть, но не факт, что в рейде не будут. Они же брали в первом, скорее всего. А ее как фармим? На 100 или типа гридом? На 100. Я что-то раньше шел. Ну, то больше прилад. Наконец-то, это хоть одна печать. За 100 какого? Он на все, ну типа здесь же шмот так говно, как и скажет, то же самое. Просто печать. Все. Никто не знает, как можно настроить вуду, чтобы он меня по грубому разбивал. Не пользуйся вуду просто. Сейчас же вот сделали удобные фреймы слева. Он очень неудобный. Очень удобный. Во-первых, нажимать его неудобно. Надо смотреть туда влево. Там все маленько, и там не отображается КД на эту ослабевшую душу.